Диман, я могу тебе этот скинуть ссылку прямую. Да, там просто бывает такое. Диман, я тебе в Дискорде ссылку прямую. Да, по ссылке зайти на игру и все. Какие по ссылке? Ебать, у тебя кубики у Диман. Ты че нахуй задрот, блядь? А ты еще мои. Ты еще мои не видел. Донат, блядь. Вебки слева сделай. Да. Ебать, Диман уже все выкупил, нахуй. Угу. Нет смысла играть без нормально. А че, Диман, Адидас только? О, нихуя Фейсбук еще. Эх, что же мне выпадет? Диман, не переживай, Фейсбук ты не получишь. Заебись, блядь, да охуенно. Ну что за старт, блядь, ну какой Ауди? У меня дефолтные кубики, блядь, все, не позорищено. Что мне дали? А. Диман, тройку выбирай. Опа, Диман стримит казик, let's go, лошара. Охуенно, блядь. Ебать, и пума вдобавок. Охуенно. Найс, блядь. Так. Все лучшие бренды забираю. Ауди забрал. Я теперь властелин колес. Сюда. Все хорошо идет. Да, охуенно, я бы сказал. О-о-о, заебись просто, блядь. Плати бабки, крыса. Ебать, сейчас что-то... Сюда! Блядь, Диман, ты с хуйней ебашь. Диман, это... Бля, может ли в нем? Ладно, Диман, это лаки. А, так ебать, Форд, похуй. А, стоп, что, блядь? Apple Boss, блядь, а ты чё, вообще охуел? Открывай заново, нахуй. Пепси, вот этот заебись, Пепси, вот этот заебись, это мне нравится. Блядь, это сука, скиллс. Эй! Моё. Вебки по никам. Сука! О, ну ты мудак. Бля. Бим, бим. Блядь, да какой из Land Rover, боже. Дайте мне отели хапнуть. Хапнуть дайте отели? Ебаный в рот. Ну что за поля, блядь? Да нормально у тебя поля заебал. Нет, это хуйня у нас, полная. У нас скилл с говна поел, сука. Да сука, что за хуйня? Давай тройку, Диман, тройку. О, я же говорил тройку. А. Как он-то выбрал 4? А, ты четверку выбрал, боже, ну ты мудак. Как ты считаешь игру эту? Опа, сосать. Да не, блять, не, лучше бы на отеле. Плати бабки. Да ладно, там мало. Блять, да. Все, фастфуд весь съели, блять. Слышь, Рома, какую категорию надо ставить? Хоть где-то. Категорию? Just chatting. Just chatting. Ну, я всегда в just chatting играл. Бля, ну у меня все хуево. Ну куда я встаю на свое? Ну я ладно, есть пепси. Бонус автобус. О, хуя, сюда. О, чё? Ебать, отель. Блять, у Димана... Короче, у Димана самый хороший расклад пока что. Пиздец. Ну я ща колу заберу, похуй. Лакосту. Ну и Лакосту тоже заберу. О, автобус. Так, что тут у меня есть? А у меня вообще нихуя нет. Наверное, это... Блять, скилл, сука. Пиздец, посижу нахуй. Ехал в тюрьму, блядь. Ну ничего, Фантик, хорошо. Походу ничего не скажет. Теперь можно писать конкретному игроку на мидитап. А, блядь, чё, я хожу? Давайте сюда. Блядь, опять путешествие, сука. Приехал, блядь. Блядь, а тут уже все скупили вообще. Куда я встал, блядь? На, нахуй. Бабочки, сюда бабочки платим, бабочки платим. Тём, у тебя вообще денег нет. Опа, автобус. Что сказал? Блядь. Оп, автобус. Чё-то Хантик чат не читает. В смысле? Что ты писал? Пацанцы. Можно с вами Next Hunting? Играю 3 года. Спамьте меня. О. О. Ебать, даже некуда ходить.
ты же мне не монополию, да, предлагал, по-моему. Ну, я и себе не забирал монополию. Бля, у меня есть охуенное предложение, Диман. Ну, я знаю, что ты хочешь со Шкалером потом договориться, знаем мы это с ним. Не, со Шкалером вообще нужно. Я уверен, с ним легко, поэтому я не хочу. А, со мной легко, бля. Нет, я сейчас отдам монополию, Диман. Просто на него немножко надавишь, и все. Я не хочу, чтобы... Поплывет, да? Типа, слабо характер. Конечно. Да, с таким прическом, конечно, блядь. Почему Марк кидает кубики, а не треугольники? Я что-то его не слышу, он замьютился? Да как обычно. Расплакался. Ебальники завалили. Диман, ты только посмотри на это. Это уже разговор, романчик, интересно. Сейчас я подумаю. Как-то и можно побазарить. А со мной не хотите договориться? Да не, пошел ты нахуй. У меня пепси есть. Давай, Роман, ладно. Пепси. Да блин, ребят. Стоп, что? Получает Redison Blue. Бля, скиллз! Да. Все зависит от тебя. Скилл сейчас на бабки поведется, смотри, Марк, сейчас. Марк, ты за бортом, блядь. Ой. Я вижу, друзья мои. Скиллс, подумай. Предложение, от которого нельзя отказаться. Прежде чем отдавать ему монополию, готов ли ты, ну, будет ли у тебя монополия, Скиллс? Да, Скиллс, ты знаю, монополия, только на монополию меняется, Скиллс. Не всегда. Либо на возможность поменяться. Но я ему даю возможность поменяться с Марком. Ром, ты забыл, как мы у тебя играли в монополию, блядь? Скиллс, в чем-то наёбка. В чем-то наёбка, будь осторожен. Я чувствую это в интонации голоса. Диман, а то, что я тебе поменял монополию и не получил монополию, это что значит? Что было, то было. Не будем оглядываться назад. Блять, ну не знаю, но мне фанта сейчас не нужна, вроде. Так ты с Марком сможешь поменяться. Марк тебе хуй фанту отдаст, он ее любит. Когда кола будет есть... И у тебя следующий ход под Holiday Inn идет. Можно будет о чем-то поговорить, если будет кола, ребят. Я могу тебе дать Holiday Inn, если я заберу его. Так, ну короче, давай пока что... Ну я понял, что ты хочешь. Я бы на паузе подержал бы, да. Но потом... Правильно. Я бы не пиздел на твоем месте, сука. Правильно. Так, а я где вообще? Ебаный а ты в жопе, блядь, брателёчек. Блядь, ну что за хуйня? Сюда двушечка прилетела к папе. Бля, папе мне... 200 приехала. Оп. А зря я построил это, надо было другое. Бля, сколько тут брендов уже засебало с России, кстати, с тем, что на... О, нихуя 900. А все вроде. Пиздец. 900 ушло, 1700 пришло, нормально. Дмитрий. Марк, просто бросай кубики, серьезно говорю, экономим время. Давайте договоримся как-то. Просто бросай кубики, братишка. Я предлагаю вам договориться. Братишка, просто бросай кубики. Смотрите, ну у вас растущий бизнес, филиальчики, деньги нужны. Правильно? С таким переговорщиком, конечно, Марк. Что, в долю хочешь войти или что? Или просто факты констатируешь? Ебать, у меня даже нет нихуя. Братан, инвестируй в мой бизнес, дай просто ловешку. Возможно, потом я тебе буду полезен. Давай. А, нихуя, ты чё? Сразу монополию тебе за бабки? Я решил. Чё, на дороге меня, на трассе меня увидел? Мне даже нехуй тебе отдать, Диман. На трассе меня увидел. Надо жрать Димана. Времени нет, скиллзорчик. Это психологическое воздействие, скиллз. Ебать! Ну это пиздец! Ебать, скиллзу повезло. Так, что же он пикнет? О! Отказывается. Понял, денег. Лучше отказаться. А денег не могу пока запасить. Но я всегда могу выменить на что-то. Бой. Диман, ты чё нахуй? Будь здоров, блядь. Доброго. Чё, блядь? Ром, повремени.
Мудкола будет? Да, блядь, ты будешь сейчас временить нахуй в соло, я сейчас со скиллзом нормально договорюсь, нахуй будешь в соло. Да нахуя мне обмениваться на то, что мне невыгодно, блядь, если у меня пока нету позиции по... У тебя следующий ход идет под Кока-Колу, если ты заберешь сейчас Кока-Колу, то я тебе хуй фанту отдам. Да. Да. Как тебе такое по временим? Так. Марк, убери стрим-элемент с запятую перед покой, чтобы было написано «пока скилл, смокривский Димка Ликс». Когда пока подойдет, запятую поставишь. А что ты скажешь на это? Я правильно понимаю, что твои намерения это вот Мерседес потом Диману, блять, втюхать? Нет, я... Какому Диману? А мне смысла нет, я сейчас... Я развиваю монополию, я уже не буду торговаться. У меня только хорошее намерение. Смотри, у тебя следующий ход идет, и ты забираешь школу. Я могу повоздействовать на это, на игру. Школу? Я сразу с разработчиками игры хорошие связи. Да не, Ром, давай пока посидим. Ладно, пошел ты нахуй. Чел сидит на денежном мешке, блядь, не торгуется, ничего. Блядь, Диман, ты сам такой же. Я тебе предложил. Чел, у меня 2000 кровных. Вот я тебе предлагал деньги. Зачем ты меня купить хотел? Я тебе что? Я тебе хотел помочь вложиться в твой бизнес, Диман, понимаешь? Вложиться в бизнес хотел? Так надо переговоры делать, а не просто бабки заходить. Кстати, надо сегодня две интеграции в инлайне сделать. Так что надо будет как-то... Как-то да. Можешь сдаваться? Не, у меня есть все шансы. Так какие у тебя шансы? У тебя ноль шансов. Бля, если с Диманом как-то договориться, у него сейчас бабки нахуй все уйдут на его монополию Nokia и Apple. Миньет умеешь делать? Я Диману сейчас 5 лямов предлагаю актив на 2. Да, вот эта общая сумма справа, это же сколько ты, типа, у меня берешь? Я там даю тебе это... на 5 лямов, а беру это на 2,5. Общий, плюс типа... даю тебе этот машину, которая пассивку тебе увеличит 2 раза. Да, но плюс у тебя еще бы на поле сразу. Да, ну, да, так да. У тебя чат, бессмысленно мне сразу брать панту, понимаете? Бессмысленно. Ебал, завали, я тебе монополию отдал. Если кто-то каким-то образом пролетит и попадет на колу, то у человека, который умеет играть, нету смысла отдавать мне колу, понимаете? Потому что я больше не смогу делать. Нет, сейчас, подожди. Икса вообще не слушаем, он нищий, нахуй. Окей, ладно, я, короче, сначала с Квиком попробую, потом в next своем... А, что ты хочешь с Квиком? Ну, чтобы он мне вот это дал вот. Еще пару слов в мою сторону, я съебусь со своими брендами с этого поля, понятно? Диман, слава богу. Бля, ну меняйтесь тогда. О! О! А что теперь с ебало, Марк? Он теперь с фантой? А, ну так еще? О, все, пизда отелем. Чело, сейчас там тараканы заведутся. Так. Вот и все, блядь. Блять, надо было с Ромой реально на фанту меняться, походу. Меняйся прямо сейчас. Сейчас. Как тут... Так. Хочешь, я могу предложить? Нет, сейчас сам предложу. Скилзор, тогда дай мне еще машину. Бля, ребят, если мне никто нахуй не отдаст фанту, понимаете? Нихуя себе, он... Я заядлый монополист. Не давай ему. Если не мне, значит никому, бля. Я буду руинить всем по максимальному, бля. Поверьте. Я тебе так скажу, что тачки вообще ключевая тема здесь. Если он отожмет все тачки, пизда будет. Пиздобол. Не давай тачки, это самое... Две тачки, я не по 500 буду снимать. Тогда, и потом будешь еще у Марка, еще отожмешь у кого-то тачку, у Скилза и все. Нет, у меня точно нет. Ну так все, блядь. У Скилза, так это по миллиону будет у тебя на каждый круг почти. Какому по миллиону? Потому что всегда почти на тачке попадает кубик. Они по 500 тысяч будут давать. Ну это сразу жестко. Это как обычная клетка, нахуй. Нихуя себе, как обычно, это смотри, это ни одна так не дает даже, только Nokia и Apple. 400 тысяч дает. Ну, 400. Давай. Вот так. Пиздец. Сейчас. А как тут? Вот. Ты готов вообще ты его, ну, видеть такое, блядь? Я вообще, пиздец, на пол. Я не знаю, ты согласишься, возможно? Давайте, мужики. Сомневаюсь, Глазор.
Ебать, ты охуел. Ты вообще долбоёб. А что там даже? Блядь, тебе же монополию же надо тебе, правильно? Да я поживу, блядь, обойдусь нахуй. При таких раскладах. Ебать, он меня вообще в чешке обуть решил. Меня карма настигла нахуй, я тебе отдал деньги все. Нет, сказал, я много предложений видел. Смотрите, там диван уже нищий нахуй. Не, да, у меня все нормально. Да. Давайте вы сейчас как раз хорошенечко кинете кубики, ребятки. Бля, вот это, кстати, проблема, реально может быть такое. Ладно, Скилдор, смотри. Путь как дома, путник, я ни в чем не откажу. Я ни в чем, что с голосом. У меня голос сел, почему? Так, встань. Ой, встань. Мега выгода. Ща, мега выгода. Голос, встань. Смотри. Видишь, сколько у Марка денег? Ну да, миллиард. Ром, вот вы сейчас, видишь, вы сейчас торгуетесь? А даже кубики не кинули, возможно, вы сейчас лишитесь этих денег. Бля, Диман, переживу 2 миллиона вот этих. Не знаю, не знаю. Сказать Гизору, чтобы он строился? Ребят, это монополия. Тут, блядь, победитель только один, блядь. И это точно не должен быть человек, который играет против тебя. Посмотри. Чел сейчас будет хвататься вообще за любой писюн. За свой только. Так у него 12 миллионов и все, у него нихуя нету. С чего он деньги будет зарабатывать? Конечно, он будет меняться с тобой. А я ему буду невыгодные предложения давать. Ну тогда договоритесь как-то. Давай, Скилзор, блядь. Вот это самое выгодное предложение в твоей жизни. Диман там уже вымер. Я вымер, давайте, давайте. И тем самым правим мы, блядь. Бля, Диман, сейчас зайду к тебе на Шинель, как дам тебе 100 тысяч, блядь. Сейчас на Nokia попадешь и все, и будешь... заплатишь за него, а телефон не получишь, потому что его не привезут. Так надо, я мне платить тогда. Это будет скам. Бля, пиздец, сам Андрей выстрелил нахуй в чате. Да. Скилзор, бля, ну я не знаю, что тут блядь, думать. Я не знаю, ну потому да что это охуенно. У меня заберешь, и потом будешь... Так не буду, у кого я возьму. На Мерседес, блядь. Да не буду, у меня нечего. Не его в итоге. А что, погоди, а что я могу Квику предложить? Смотри, я ничего не могу предложить, у меня ничего нету с ним. Я тебе все клетки свои отдаю, замену монополию и машину. Ну так а для чего тебе машина тогда? Ну по 500 просто будет давать. Скилз, вот, потому что это мы всосем сразу. Ребят, тачку. Жизнь не вообще, время не принимать пиздец, решение, ребят, время принимать решение, пора бы. Хорошо, извини. Хорош. Что? Боже, Скилз. Ебать. Можно все что угодно давать, но не тачки, тачки это пиздец. Диман, еба. Я просто знаю. Что за хуйня? Ты куда полетел? Куда полетел, нахуй, чип? Ром, это что за хуйня сейчас была? Ебать, это что сейчас было? Чел с говном рубит. Вы со мной не меняетесь, я софт врубаю. Чел с говном рубит. Четыре круга. Он просто летает по полю. Блядь, Скилз, ну заебал. Ром, не хочешь договориться? Так у тебя нечего мне давать. Я дам все. Ну ты вот со Скилзором будешь договариваться. Ты слышишь, Скилз, он вообще все даст. Ну, блядь. А тебе нужны деньги, потому что ты за свои 5 лямов там 2 звездочки качаешь и все. Сейчас, секунду. Пускай он мне отдает нахуй, тогда Мерседес, блядь. Так пусть отдает, вы там дальше торгуйтесь как хотите. Давай мне этот. Я тебе охуенное предложение предлагаю. Так, стоп, я уже потерялся. I can see everywhere. Скилз, он тебя пудрит мозги, поверь мне. Да я понимаю, давай мне Land Rover и Фанту и забирай монополию. Land Rover, я тебе не дам машину, блядь. Ну все, тогда нет. Ладно, окей, нахуй вымрешь. Блядь, нихуя себе он выбивает. Сука, так я хотел тройку. Party people, oh my shoulder. Скилз, ну, бля, вообще зависит от тебя. Я пока ничего не буду договариваться, как бы. Подождем. Так у меня-то что, у меня пока ничего нет? О! Это у Ромы. Я посижу. Че у меня нихуя так, нет. А я пока сделаю интеграцию, ребят. Не, вы не, пока затяните максимально ходы. Интеграцию. Мне нужно сделать. Ребят, я вам сейчас я вам покажу сайт нашего партнера Winline. Оп. Вот так вот, ребят. Winline — это отличная букмекерская компания, ребят, которая стала нашим партнером. Ну, лично моего и еще многих ребят-стримеров, где вы можете поставить ставочки, получить 2000 халявных фрибетов, по которым тоже можете поставить ставочки с мобильного приложения.
можете поставить на абсолютно почти любые события, которые вообще есть у нас в мире. Футбол, теннис, баскет... Ну, тут немного не видно. Сейчас. Я вебки скрою. Оп, оп. Вот так вот. Футбол, теннис, баскетбол, хоккей, киберфифа, настольный теннис, волейбол, бейсбол, бадминтон, киберспорт и многое-многое-многое другое, ребят. Кто хочет, кто увлекается ставочками, ребят, приветствую на Винлайне, ребят. Отличная букмекерская компания, ребят. И самый кайф то, что вы можете получить фрибетики. А все, что вам нужно, это зарегаться по ссылочке в описании, нажать на баннер, и вот как бы вам бонус. Вот он у меня до сих пор висит, потому что я с мобильного приложения еще не делал никаких ставок. А вы можете успеть попытать удачу, кто разбирается в ставках, но нет денежек. Можете заходить, спокойно залутать денежки и поставить денежки. Как-то так, ребят. А сайт вам показал. Алло, алло. А чё? Марк, а чё с игрой? А чё он на Винлайне ставит? Там вроде другие есть. Я чё-то не пойму. Ну, Винлайн такой себе вроде, да? Чё, Ром, кидай тогда кубики. Да, да, кидай. Алло. Бля, ну вы тупые. Блядь, ну нахуя? Вот я сейчас должен буду просто переделывать это. Предупреждаю, просто съебался и все. В смысле? Я сказал вам это. Ты не сказал. Ну, блядь, ну это пиздец. Мне нужно делать еще, блядь, сейчас. Переделываешь, ничего страшного. Блядь, да нет, ну это не смешно, потому что, блядь, у меня последний день, когда от меня могут вообще нахуй уйти. Да. Там интеграция 2 минуты делается, Марк. Ультил. А, короче, скиллс, я предлагаю нейтральную территорию. Ой, я что сделал? На нейтралках. Без машин, никому не уходят и никого. А чё вы не договорились-то? Ну, потому что скиллс хочет. У нас борьба за машины была. Я предлагаю без машин, никому не будут. Так что у тебя там при этом... Нет, так у тебя просто при этом еще монополия будет. Ну тогда, но я тебе даю возможность поменяться с Хантиком, я тебе даю отели. На что, на холидей? Я ему не знаю, что я ему предложу. Так вы поменяетесь именно. Если Фанту бы еще дал, то да, окей. Ну тогда надо доплатить. Сколько? Там этот, ну не знаю, ну 2 ляма. У Хантика 14. Так, блядь, нужно, чтобы скиллс заговорился. Ну давай, переделай, окей, ну добавь все то же самое, только еще фанту и добавь, ну добавлям. Так. Прям наконец-то, сейчас, секунду, так, я пробью вот это. Все, погнали. Диман уже очень развит. Погнали, съел. Ты, конечно, 2 ляма добавил, реально. Так там не получилось 2 ляма добавить. Понятно, развел мне на бабки. Ты че, рофлишь? Yeah! Ему поверил, скил. Тебя предупреждал. Нет, там нормально. Куда? А. Да что за хуйня, блять, почему я хожу в этот? Хорошо, платим 2. Skills. Чё? Skills, посмотри, они тебя как волки разодрать хотят. Да какого волки, блядь, у меня нормальное положение сейчас. Так вот сейчас, смотри, Марк сейчас у тебя будет что-то просить, они просто тебя разодрать ему хотят. Да, не, ему, так ему-то надо, у него ничего нет, блядь. Так все, меня вот, обули, нахуй. Ему только просить. Пускай с бабками сидит, не инвестировал, все. Все, меня обули, нахуй. Можешь мне прислать, Марк, пару тысяч? Ты отказываешься. Ну, там, спасибо за 3 месяца. Сары, забей. Ты живешь последние круги свои. Смотрим, посмотрим. Тут еще звездочки можно строить подряд, поняли, типа?
На одну-две подряд, а не по очереди. Давай так договоримся, Диман. Очень выгодно. Ну я не могу тебе... Ну что ты денег хочешь? Я готов дать тебе денег. На твои филиалы же. На твои же филиалы. Да, да, Дим, я слушаю. Извини, не очень интересное предложение. Не очень интересное, слушай, ну давай еще раз попробуем. Ну, шило на мыло меня. Марк, у меня есть предложение к тебе. Да какое? Хорошее. Так я не могу ничего дальше еще предложить. Да, это все, блядь. Так и больше нечего тогда. Какое? Ну, увидишь. Блядь, еще и дубль, ёбаный урод. Плати деньги. Так, договор. Душный играх, когда никто не меняется. А нет, блядь, ребятки-то поменялись, блядь. Это я теперь сосу с яйцами. Мы поменялись, да хуя где? Подожди, я сейчас буду тебе делать предложение такое. Согласен, не КС-ка, конечно. Сейчас. Пойдет. Бля, Сара, я тебе вообще монополию полностью отдал готовую. Ты даже развить не можешь нормально. Что ты со скилзом не поменялся? Она уже развилась. В смысле со скилзом не поменялся, блядь? Сейчас смотри, я сейчас у Марка бабок дохуя, он за айфоном не... пойдет и пизда. Да, так, скоро ты ко мне придешь, вот. Пизда. А куда у тебя ничего не... На этот, что ли, на Робин Гуд? Будет, Диман. Да, забери. Ебать. Дай мне вообще пару минут. Вообще не страшно. Пару минут мне дай. Вообще не страшно. Ну хули, это у меня вообще единственное, блядь, решение. Еще смотря на твои деньги. Ну ладно, ладно. Диман, нахуй тебе дают такие дорогие монополии? Ой, ебать, он выкинул. Смотри, как сейчас будет. Да сейчас построюсь. Давай на казино, Диман. Мне тут реально, кстати, я не знаю на что. На казино, конечно. Думаешь? Да, в своем случае тут надо троечку сейчас ёбнуть на казике. Либо три выбрать. А чё алмазик это вот этот слева? Деньги отнимает. Да нет, тут реально. Ну, оранжевый алмазик? Да-да-да. Ну ладно, дает деньги. Сколько? По-разному? Два ляма. Не, ну, может, а казик сколько дает, если угадать цифру? 6 лямов. Давай тройку по дефолту сделаем. Нет! А чё ты круг просто не проехал, чтобы тебе 2 ляма дало? 3 ляма. В смысле? Ты же мог, типа... На ракету? Ну да, да. Я взлетаю на ракете! Жестко не. Бля, проблемы, проблемы, проблемы. Никаких проблем, Марк. Ну, смотря как. Ну, вот так, например, смотри. Марк, я тебе отдам монополию, только с Роми отклони предложение. Я тебе отдам, Адик, но за бабки. А что ты подсуетился? Один наебывает другого, блядь. А что ты подсуетился, старый? Не, я просто говорю, что я отдам тебе Адик, Марк. Если ты отклонишь предложение Ромы. Но мне нужны бабки. Отдаст тебе Алиэкспресс, блядь. Не, Ром, блядь, подожди. Ты. Так у тебя будет, смотри, у тебя будет монополия совместно с Диманом. Не, нам не нужна монополия совместно с Диманом. Бля, Марк, я тебе вообще советую чисто сейчас развивать свои, у тебя нормальные монополии есть, развивать, потому что у этих двух челов вообще денег нету, и потом просто... Так, блядь, а я чё, я жду хода своего, я сижу, жду, я вообще не выёбываюсь. Просто с этой старой крысой не меняйся, и все. Бабки заплати мне, потом побазарим. Он сейчас да. Просто бабки у тебя хочет, чтобы, видишь, у него Nokia, у него бабок нет, он нищий, чтобы Nokia развивать. Сейчас он выберет, динозавр этот ёбаный. Да все нормально будет. Давай, куда, все нормально. Нормально будет. Сейчас потихоньку, потихоньку. Дайте я нормально сделал. Все, пожалуйста, не говорите ничего. Дайте мне интеграцию сделать, пожалуйста. Все, вот. Так, ребята. Ну что ж, пришло время. Время показать вам прекраснейшую букмекерскую компанию, которая стала моим партнером. Это WinLine, ребят. Здесь вы можете получить фрибетики. Фрибетики, кто увлекается ставочками, ребят, вы можете зайти, зарегистрироваться по ссылочке в описании и получить 2000 фрибетов, ребят. Бонус, вот видите, у меня уже висит,
Я еще его не юзал, я не использовал с мобильного приложения. Но, кто увлекается, ребят, вы можете зайти, просто зарегистрировавшись, получить эти бонусы, 2000 рублей, и поставить на любое интересующее вас событие, как футбол, теннис, баскетбол, хоккей, киберфифа, настольный теннис. Короче, многое-многое-многое другое. Все, что вас интересует, здесь есть. Это Винлайн, ребят. Это Винлайн. Опять же говорю, самый кайф, то, что можете получить халявные фрибеты. Это самый кайф. Я обожаю халяву, вы обожаете халяву. Кто не любит халяву? Эй! Кто донатит? Плохой донат, не надо такого. Как-то так, ребят. Ссылочка у вас есть? Ссылочка у вас есть в чате? Сейчас я вам скину. Копировать. Вот. Ссылочка есть в чате. Все, ребят. Кто хочет, кто увлекается ставками, можете заходить, получить бонус и поставить уже с мобильного приложения, ребят. Буду очень рад, если вы зайдете и поддержите меня. Все. Как-то так. Алло. Алло. Да. Блядь, я забыл построиться, сука. Не, ну там чисто можно Майнкрафтик подрубать. По 4 часика поиграть. Мне кажется, можно в топ спокойно. Фоксура, Фоксу... Фоксус! Блядь. Короче, я поставлю в конце. Так, скилл-скилл, жадность фрая разгубила. О, камера. Жадность фрая разгубила. Сюда, к папе. I'm savage. А сколько у Мэдисона на трово? Кто шарит онлайна? Рокстар, Рокстар скиллс, убирай нахуй его. Я вижу, только его, что еще. Найс, ебать, с 50 тысячами. Не, че ноль, а без рофла? Кто-то видел стрим у него там? Сколько было? О, скидывайтесь мне. Ух, блядь. На нахуй ноль. О, Рома, а че с бабулями? С бабулями? Ну да, и на Rockstar. Как нормально, да? 900, 300. Блядь, ну чё такая разница? Кому нахуй на трово нужен? Диман, чё тебе Мерседес не нужен? Да уже нет, Марк. Ну, раньше надо было. Ну, ладно. Мне Марк нужен. Пиздаски. Да я оплатил. Жёстко 300 залдал. Ну, копейка рубль бережет, как говорится. Оп. Ух, да не, рубль сейчас вообще ничего не бережет. Ну, тоже верно. О, сюда встал. Сюда встал. Начал срёт. Или подавился. Чего, блядь, Ром, это что за хуйня? Ебать предложение, блядь. Все нормально. А как девочка? Все безопасно. Чуть-чуть. Skills. На траву у него около 1000. Skills. Да? Тебе же нужны деньги. А сколько времени Мэдисон стримит на трово? Сейчас вот, да не так. Не, именно в длительность стрима. А тебе что, нужно ауди, блядь? Нет. Давай тогда просто деньги скидывай. Подожди, ща. Я подумаю. А хуй тут думать-то, нехуй думать вообще, на самом деле. Не-не-не-не-не, ну только так могу тебе предложить. Томас Прас, кстати, на хайпе на Твиче. Так мало, нахуй. Так я не могу больше тебе предложить, никак. Ну, потому что должно сохраняться, типа... Там если, мы... типа, 750 у тебя забирают, то я должен дать тебе только, ну, блядь. 2х, короче. Да, 2х. Больше не могу. Но если не нравится, можешь отклонить. Я не особо много с этого потеряю. Деньги нужны тебе, а не мне, как говорится. Нашли его нахуй, скиллз. Ой, блядь. Оп. Так она заложена. А, нет. Так. Он разложил ее. Ну что, пацаны, давайте ко мне, погнали нахуй.
Хотя не, мне надо еще звездочку поставить, и тогда можно. Диман, а что звездочки не строятся, Ликс? А я строю, почему? У меня очень дохуя звездочек. Блин, да, кстати, у Димана реально ситуация хороша сейчас. Уже нет. Так, в смысле, у него филиал стоит 2000. Не, он сейчас ко мне придет. Не приду. Бля, вот и я сейчас кому-то приду. Смотри, Диман, видишь, где появляется звездочка? Туда пойдешь. Ой, ебать, куда я лечу, нахуй? Ух, ебать, сколько? На, нахуй, 3000, блядь, на базу, блядь. Звездочки снимаем, блядь. Сейчас придет, нахуй. Ну это, кстати, факт. Я думаю, я сейчас к Ромчику приду, блядь. Фух, все, сидим в тюрьме, нахуй, поебать. Дайте 11 лямов, пожалуйста. Оп. Оп. Собирал копеечки. Давай, Марк, 6 надо выкинуть все. Диман, на тебе 3, 6, 8. Да не, мне 3 нормально будет, хотя тут 3 хуй выбить. Диман, 8. Или 4 нормально будет, 4 норм. Или 5. Лексу 8, тебе 6. Короче, мне главное не 6, остальное все похуй. А что никто не кидает? Да я кидаю, я думаю, что сделать лучше. Закладывай одну монополию и развивай другую, но все две. Думаешь? Да я знаю. Да не, просто я могу кинуть сейчас и смотри. Куда так у тебя ты ничего не строишь, ты скоро этот. Видишь, ты будешь ходить так. Ладно, банально жесткий трек. Можешь заложить просто свою монополию другую какую-то и качать мини этот. Диман, давай, восьмерочку. Так. Туда. Сюда! Давай, Марк, шестерочка, Марк, пожалуйста. Найс. Давай на шестерочку, прям ко мне. Походи. Давай еще. Да ладно, нормальный трек, это Свен. Прикольный, мне нравится. Не, я уже сходил. Сколько мне Свен? 2500, 4500. Ну, кстати... Да, потом. Потом 4, да. И все, и можно спать. На, нахуй, сюда, блядь. Одной расчехался. Диман, ебать, ты нищий стал. Все нормально, Ром. Да у тебя тоже не особо дохуя денег, я смотрю. У меня даже на тюрьму нету, чтобы идти. Ой, повезло. Ой, повезло. Марк, следующий ход в обратном направлении. Сука, в смысле? 6, 7, 8, 9. Девяточку, Марк, пожалуйста, девяточку, родненький. Бля, ну нет. Ну, ребят, блядь. Я мог на ракету? Блядь, я не увидел. Ну, сука, ебать. Ну, ладно, похуй. Ой, ебать, я тебе заплачу сейчас. Что было, то не вернуть. А я не знал, что можно на ракету. Хорошо, Ромчик, плати, снимаем, плати блядь. Налоги, плати. Опенька, все, звездочки сняли. И на спрайт next. Датка. Ух ты ж, блядь. Ох, нормально. Марка потрепала, блядь. Испугался чутка. А теперь двоечка. Да не, двоечку, блядь, тут анрил выбить. О! Папе. Ебать, мы все нищие, сука. Блядь, ну я тут самый нищий. О. А, еще только вопросы, что ли, блядь? Последний раз. Руся, пяч. Здорово, Руся. Сюда, выиграл. Вот курси красоты, естественно. Второе место, блядь, знаешь, что? Хорошо! Ромчик, деньги! Деньги, теперь мне не страшны твои поля, Ромчик. Двигаем, папе, сюда! Сюда! Ёбаный хуй! Позлорадствовал, нахуй. Чудо! Карма позлорадствовал. Ёбаный в рот. Блять! Че, телефона мало было? Еще в Шанельку пошел. Как обанкротится за день. Девочка на 8 марта, ты нормально тебя подразвела, Маркуш. Всем пока. Деньги. Бля, нужно вот это. Ром. Даже не знаю, я подарил старому монополию, нахуй.
Ладно, брошу кубики, что ли? Мне не нужен стресс, не нужна мне драма. О! У меня есть вес, я большая мама. Я грязная сука, но у меня чистая карма. Мама пьяни, дольче и капана. Дольче и капана, дольче и капана. Мне нужен только секс и богатый папа. Дольче и капана, дольче и капана. Мне нужен только секс. У меня просто. Глазами хлопы хау, хлопы хау. Каблом. А зачем они? Жить. Ладно. Бля, Диманчик, ты же понимаешь, если ты попадешь ко мне на... О, бля, ну тебе еще долго ходить. Ну ладно. Братишка, ты понимаешь, если ты сейчас на телефон попадешь, тебе пизда. А мне нихуя не будет. Бля, мне в тюрьму на самом деле сейчас лучше. Тебя величайший камбэк будет. Да ебать, я все ближе и ближе, сука. Шестерочки, шестерочки, давайте шестерочки. Диман, шестерочку. Бля, я рад, что... У Димана сгорел филиал, который... А этот? А я не видел, да. Да ничего страшного. Ничего страшного. Мало ли запретки будут. Я бы все равно не строил его. Сука, Let's go. Ебать, да какого хуя? Бля, надеюсь, ты дубль выбросишь, старое говно. Ничего страшного, я бы все равно, мне бы денег не хватило развивать 4, 3 монополии. Но зато там сейчас очень сладенько. Чего? Хуета сейчас была. Он там М1 выпал. На аукцион мне нахуй. На свободное поле типа летит. На аукционе хит, как казаться. Да, всего лишь у тебя монополия может быть. Как последний раз. Похуй на меня. Хотя да, могла быть. Я не покупаю. Я не покупаю с руку Марка. Заплатить бросить кубик. Я на Димана сейчас стою и все. Ой, я забыл его увеличить. Так, что у нас тут? Бля, а можно мне тоже, блядь? Можно мне в тюрьму тоже, блядь? Все, я на Димана стою. Да? Ебать. Давай. Мужик сказал, мужик сделал. Не придержался скиллс ты в этом бизнесе. Бля, сейчас будет величайший камбэк, нахуй, от меня. Помяни мое слово, Поттер. Опачки, соточку, Ром. Ромчик. На здоровье, тебе 50 аккаунт купил. Купил аккаунт? Осуждаю, конечно. В обратном направлении. Ебать, ему везет. Ему очень везет. А, блять, в обратном, сука. Ладно. Пока очень везет. А, все, Диман, давай улучшить. А почему я не могу улучшить монополию? Не знаю. Там же пятая звезда должна быть. Почему мне не дает? Может, ты уже улучшил? Нет. А, не, я не ходил. В смысле, что за бред? Мне не дает ничего улучшить. Я хуй знаю. Тебе надо, может, с тюрьмы выйти? Сначала. Давно фристайла Яникса не вырубали. Согласны? Нет. Реально давно не было. Че, лечу к Марку? А нет, не лечу. Let's go. Оп. Бабки не пахнут. Ром, ты проиграл. Если супер меня слило, значит. Нет, ты проиграл. Я занял третье место. Типа второе. Мать ее фортуна, я держу ее за ногу, залетаю. Оп, халява. Пиздец. Все, пускай. Снимай звезды свои ебаные. Полковник. Давай. Я говорю, это величайший камбэк сейчас будет. Кэш, позовешь меня на фит, это больше не твой трек. Стал известным и всему виной соцсеть. Навожу шумиху, будто бэш шоумен. Все алдовые МС такие, о нет. Сделал студию, записываюсь, когда я хочу. Я гоняю на XF, улыбаюсь вовсю. Эти пацаны возьмут биты, что я солью. Слышу это постоянно, что над ними не могу. Я не буду повторять, ты все правильно расслышал. Диман, видишь, где звезды? Я могу читать, могу петь, как манижа. Диман еще одну хочет монополию. Бля, сейчас все решится. Он с вами не церемонится, нахуй. Еще нет. Давай, Марк, ходи. Бля, как же ему везет.
Засал, да? Засал. Всем лечь на пол! Слышь, блядь, нахуй! О, типа он чё, сука? Да, ничего, не верил мне. Вот, я говорю, величайший камбэк. Сейчас на это не страшно. Величайший камбэк, Дима. Это не страшно. Это не мамбл. Ты не понимаешь, что тебе это не надо. А вот я посажу на пике даже твою бэйби-маму. Это худ, мать его, я пёс, как хатико. Давай. Что это? Да, блять, убирать! Да как? Что за хуйня? Плати бабки, сука. Это что за накруточная тема? Если выпадает 3-5-7-9, Марк бреется на лысо. 3-5-7-9. Ромчик, давай, в свою машину закрываю двери, стою еще минуту и любуюсь ею. Это моя сучка, не могу в это поверить. Я мечтал об этом, и это благословение. Но не ради понта, это для того, чтобы не догнали копы. Стойте, нет, мы не звезды. Ведь звезды падают, и это видно ночью. Мой флоу заточен, узнаешь почерк. И ее прет очень. От моих строчек виден мой опыт. Да, малая именно. Ребят, я вас жду. Заходите, попейте спрайт, Миринда, 7-Up. Золото магнит для этих сучек, это физика. Она видит деньги, их видимо, невидимо. Кстати, для таких тёлок деньги это триггеры. Живём. Биги, я люблю его как кики, хихи, и у воду Фиджи еду... Блядь! Это неплохо. Блядь, ну что за хуйня? Ну блядь, ну заебали. Ну ходите нормально. Да блядь, да что за хуйня? Диван, если давай, ты брок. Да не, ну, валять, да, если ты брок. Что за хуйня-то такая? Сколько можно если уже на брок? Эту хуйню идти, я не понимаю. Давай, Диман, продавай душу. Бля, реально, что ли, еще и не хватает, ладно. Так ты мог этот. Да я не хочу. Однако Марк получил всего 875к. Охуели? 50%. Чё это за хуетень, я не понимаю. Давай, Диманчик, ты близок. Свободный переходишь, я не читать не умею, сука. Сука, без рвотного рефлекса. Мои глаза горят, и многие хотят погреться. У меня есть птички, мой лопатник, это клетка. В Москве я знаю всех, как будто мы живем в деревне. У меня есть сердце, как кольцо. Мы употребляем, но больше есть ешка. Ты о чём подумал, говорю о Мерседесах. Сука, ну-ка, падай на меня, бутербродой. Посиди подольше, если ты хотела пустучек. Чего и куда мне? Бля, кто-то помнит такое вообще? Бля, легендарный трек. Медленными шажочками. Сейчас пизда Марку будет, проверяй. Давай, Маркуш. Все, пизда. И не пизда. Нет, не пизда вроде. Ну ладно, рядом. Еще кидай. Найс. Сейчас мы входим в топ-100, моя соска копья, мисс мир, я считаю фишки, со сотни и тысячи. Соса, Димочка, блядь. Похуй вообще, братишка, бабки не проблема. Хайпим. Бля, ребят, живу. Хайпим. Ну тут не так просто будет, но все может быть. Мне нужно, чтобы не на ноги попали или на это. Там чел в тюрьме сидит, как крыса отсиживается. Я где в тюрьме-то, блядь? Где в тюрьме? Половина дает, потому что это быстрая игра и за время установок. Сучка, что ты знаешь про фейм? Посмотри на меня теперь. 40 тысяч на новый Балмейн. Вместо тёлки целый гарем. Я больше не хочу тебя доходить. У меня каши, от кекса у меня насморк. Освободите мне кассу, мои псы сказали. Шесть. Ой, блин, Диман, а я 40 тысяч, блядь. Неплохо. Как с куста, Диман, залутал халявку. Бля, Ромчик, ты тоже очень близок, ты тоже очень близок. Смотри, сейчас Adidas уходит из России. Через 3. Давай. Никто не знал о Dream Team. Бля, пожалуйста, ну. Ну кидай, Маркуш. Ой.
Нормально. Ебать, пацаны, так вы почти все нищие, блядь. А, ну сюда, Марк. Но у Марка ничего нет. Ну, хуй знает. Так, Ромчик. Неа. Я третьим не уйду. Диман, держи бабки. Давай сюда. Диман, не жалко. Пока скидки в магазине. 10 тысяч дал, блядь. Пока скидосы в магазине идут. Что это за хуйня? Ну у меня... Да-да, плати, плати деньги, плати деньги. У меня просто каждый ход идет на клетку, где должен бабок. Хуйня надкуточная началась. Ща, секундочку. Да, нет, нормально. Просто дайте немножко времени, и вы почувствуете вкус 7-апа. Так нет, у меня реально каждый ход я бабок должен. Это пипец, это хуйня какая-то. Нормально. Не 3, не 5, не 6, пожалуйста. 6, хорошо. Сука, мразь! Посижу-ка я. Я тоже. А, блядь. Ладно. Вот. Сюда, бабки. Мои. О. Телепортир. Нормально, что? Тоже неплохо. Тоже неплохо. Я ливаю. Мне нравится этот телепорт. Я ливаю, это прокрутка ебаная. Пошла на нахуй. Да подожди. Это бред. Блядь, Диман, это ебанутый? Это бред. Блять, он заебал. У тебя форт был снизу еще. Да нет, это бред ебаный. Каждый ход что-то должен на поле так попадает. У меня то же самое всю игру. Я, блядь, в игру сейчас донатить начну, мне такого вообще выпадать не будет. Да не, Ромчик вон сколько донатил, блядь. Угу. Все равно сосет. Вот, он и держит. Он, выиграл, он вообще денег. Так он не выиграл еще. Он еще не выиграл. Он вообще не... Он ни разу не платил бабки с поля, чтоб ты понимал. Ни разу. В смысле не платил, алло, а как я потом... Нет, с вопросительных знаков и так далее. Ни разу не платил. Диман, поплачь блюдота. Это я не знаю. Не-не, здесь не реально подкрут ебаный. Я поплачь это блюдота. Я еще в Тиразе это увидел. Бля, Диман, ну вот все играют, Тиразе, ебать. Что такое Тиразе? Когда давно играли. Ой, бля, как хорошо. Марк, без боя не сдамся. Да, дабл, давай, да. Ну-ка. Диман проебал с двумя. Монополию не встают, от них толку никакого. Монополист, блядь. Монополист, нахуй. А вы в меня не верили. Вы в меня не верили, блядь. Диман, тебе эта корона как гребень просто. Еще дополнительных 3 треугольника. Еще одну? Ну, я не знаю. А можно быструю какую-то сыграть, Ром? Так это и была быстрая. В смысле? Это мы такую быструю ебашили? Ну, типа. Охуеть. Ну, я не знаю. Если все могут, то я тоже готов. Можете? Я могу. Без меня сыграть. Да, втроем охуенчик. А чё? Да не, ну хуй втроем. Нет, я дал монополию, потому что я проебался еще потом просто. Не, мне это охуенно. Сыграйте втроем, я пока отойду ненадолго. У меня было 2 монополии, блядь, но я въебал. Я похожу как дом-дом, никто не знал о Dream Team. Сейчас мы входим в 100-100. Going to еще разок. Не, тут только уже в конце. Ебать, тут в монополии. Че, втроем? Battle Pass? Охуеть. Да я не знаю, но втроем как-то играть хуй знает. Ром, у тебя Battle Pass. Да нормально втроем играть, Марк. Че ты поплачь, блядота, блядь. Да в смысле поплачь, я не плачу, я просто говорю... Ой, блядь. Марк. Закрыл. Не, просто говорю, что втроем мне так неинтересно. Осуждаю. Бля, там у этого Вадима есть страница, я тебе могу его страницу скинуть, которая запретку тебя ебнул. Запретку, да? Бля, да похуй, что ты подписал, осуждаю, блядь. Веточка прилетела какая-то, что ли? Да. Суждаю, долбоеба. Не, чат, вам не дам страницу. Да нет, там тоже, блядь, Кентик пишет. Бля, ну за... Вот просто как я почувствовал вкус бабок, блядь, это заебись. Тебе так повезло, пиздец. Да в смысле повезло, Ром? Блядь, у меня в самом начале игры, блядь, повезло, мне... Бля, хочешь 1-1 сыграть? Я тебя разъебу в ноль. Нет, это долгая игра будет, Ром, честно. Ну, не хочется тратить время. Не будет время. Долгая игра, Марк. Да честно, не хочется, может, не хочется. Может, за 5 минут тебя разъебят по фасту. Год Тревиадор? Так у Ромы нет Тревиадора, у скилла нет Тревиадора. Достал. Блядь, его что, покупать надо? Цифры ударили в голову. Не, ну бля, я в самом начале нахуй сидел с хуем и солью, блять, а сейчас появились. С хуем и солью, потом я тебя поднял, блядь, с колен. О, пацаны, я... Ну, Скилзор, да, пиздатую, важная фигура, кстати, в этой игре был. Я нашел пиздатую игру. Какую? Сейчас заходите, инвайт даю. Ну, в Монополии.
режим. Блять, монополии, подожди. Да, заходи. Че? Че это такое? Заходите. Я присоединился? Да. Где? Я инвайт дал тебе. Нет инвайт. Есть. Нет. Ну еще раз дал. Ну ищи его тогда. Нет инвайт. Так еще раз дал. А, есть, ладно. Все, я запустил. Готов? Да. Что, что это такое? Надо? А, ебать, ты не знаешь, куда попадешь? Не, сейчас увидишь. Оп. Стоп, тут надо... Что это такое? Не попасть на пистолет, что ли? Хуй знает. Чё, блядь, нихуя не понял, что это такое? Ох, ебать, повезло, нахуй. Оп! Чё это такое? Арестовали за хранение револьвера, блядь. Бросить кубики. А что с чатом? Чат вообще тут? Вы работает? Ой, вы работает. А что там у тебя? Вы живы, чат? А чат всегда умирает. О, ебаш! Давай! Ты проиграл? А, щелк револьвером, ничего не происходит. Ебать! 125 тысяч просто урвал, нахуй. А что это за режим, блядь, нихуя не понимаю. Я не знаю, блядь. Ну выиграет, как я понял, тот, у кого больше денег, блядь, будет в конце. Выиграет тот, кто не умрет. Так у меня дохуя денег. Реально? Я выиграл. У меня 125 тысяч, блядь. 125 миллионов. Так подожди, ну это только начало. Да какое начало? Все, вы, блядь, бомжи. Я хочу тоже на рулетку, я хочу, чтобы меня нахуй ёбнуло там. Мне без рофла. Чего нахуй? Тот, кто не умрет, вин, понял? Ну какой ветер? Бля, я думал, тут на каждой клетке стрелять надо. Мне 40 минут. Бля, сначала пишут, что тут писать? Типа, вау, как у старого много денег. Зато у него мать шалава. Что? Что это за хуйня? Бля, за что Димана нахуй? Он написал имя бан. Пиздец. Имя бан. Вообще, к чему это сообщение? Я даже не понял, блядь. У меня назад едет нахуй чипс. Я не знаю, в чем смысл этой игры. Забыл револьвер дома. Не знаю, просто бабки зарабатывать, походу. Тут описание было, просто летайте и стреляйте, все, блядь. Мы по итогу ходим, какая-то хуйня. Ну так мы не попадаем на револьвер. Ну да. Ну один раз он попал только у нас кентик. У меня 125 миллионов, это еще, походу, максимальное, блядь. Да не. Так а что мне бабки не плюсуются? Так тут разве дается? Тут же не всегда. Ты еще, наверное, не попал просто. Вон тебя, блядь, носит ветром. Ёбаный в рот. Сэкономил на обедах 3к, вот тебе. Так куда мне бабки не дают? Понял. Да, реально максималка, слышишь? Урвал нахуй куш. Оп. В смысле у меня 3-3? Тут нужно играть, пока кто-то не сдохнет? Да, походу. Пиздец, хуйня тогда. Ебать, да реально быстрая, походу, слышишь? Блядь, не попал. Это прям фастовая такая чисто. Ну дайте попасть. О! А, блядь. Я думал, я на револьвере. Как же Макривский заебал заводить каждые 2 минуты. Да я спать хочу. Он не спал. Да ебаный в рот. Я выкупаюсь нахуй. Ебать, интересная игра. Мне нравится вообще. Ебать, хуйня ебаная. Лучше бы один на один пошли ебать. Сидим, блядь. Дайте 3 мне. Я заебал. Чё, он не спал, а тут веселуха такая. Да блять! Ну сейчас что-то будет, я уверен. Можно из тюрьмы нахуй выйти? У меня каждый ход это тюрьма. Надо на револьвер встать, ебло ты четырёхглазая. Ты видишь на мне очки, блядь? Блядь, вот я не фэ, когда это люди пишут. У меня даже очков нету, блядь! Но они их представляют на тебя просто, блядь. Что смешного? Надо на револьвер встать, ебло ты четырёхглазая. Ай, блядь, Марк, пиздец. Бля, может ливнем нахуй с этой хуйни? Да не, пиздато. Я сразу 6 заряжаю. Нахуй, если встану. А какие шансы выиграть? Сними шлем. Нет, игра до вечера. Но я не выйду.
24 часа стрим, блядь, монополия револьверна. Со скилзором идем. Русская рулетка, блядь. Кредит можно будет взять через 980 раундов, ладно. Надел шлем первого уровня и думаешь, что крутой. Блять! Чат! Ну, блядь. Чё выёбываетесь? Я не понимаю. 10. Ой, назад, найс. Да, блядь, сука. Бля, меня заебало. О, да ёпта. Лучше выглядит, чем прическа этого хуя. 5 патронов надо брать? Что? Меня... Да ч... Да сука. Не хватит. Блять, вообще, чего вам не нравится в моей прическе? Да блять, дайте попасть на рейтинге. А че я в тюрьму сразу попадаю, нахуй? Блять, чат, это же не выходите. Это же не выходите с такой прической, а я хожу. Мне самое главное, чтобы мне нравилось, блядь. 10, пожалуйста. Да ебаный в рот. Я на одну перешел, блядь. Ну суки. Подкрутите плиз на револьвер, блядь. Время пострелять. Между нами пальбау. Бля, какие, сука, смешные все в чате, я не могу. Носишь ты, а стыдно мне. Классный шлем Магнета, где покупал? С такой прической ты похож на акулу. Да ёбаный, кто на голову насрал? Да, я тоже так думаю, блядь. Выходи. Бля, а чё у вас реально со скиллом прически одинаковые? Интересная игра, пацаны? Да, мне нравится. Что-то бегаем, ходим. Вообще ебать, что пиздец. Вы такие долбоебы в чате, это пиздец. Да, реально, вы заебали. Блядь, какие вы уебки. Тут еще возможно попасть на ебаный револьвер. Не. О! Давайте, кто... Сука! Кто первый попадет на револьвер, тот оффейт стрим. Этого пися, блядь. Я в тюрьме. Нахуя тебе... Блядь, сука, вы заебали! На револьвере 5 патронов надо выбирать. Шанс больше выжить, говорят. Какое название твоей прически, Марк? Хорошо. О! Ага. Пять. Блять, сдуло, нахуй. Let's go, наконец-то! Долбоёб. Минус анулся. Ебать. А сколько ты патронов выбрал? Все. Пять? Понимаешь, у меня там не было свободного пространства. У меня весь барабан был в патронах. Я бы тоже, блять, ну-ка. А, блять, я в тюрьме нахуй кидаю. Не, ебать так. Ну, это хуйня ровно, на самом деле. Что хуйня? Ты приходишь на стрим и сразу на револьвер, типа, умираешь, чтобы заруинить стриме. Да, блядь, ну опять, ну. Бля, мы сегодня в шпиона будем играть. Мне шпион выпадет, я сразу скажу, что я шпион. Я просто понимаю, вот шанс один к пяти, один к шести. Да, бля, заебало, что это за режим? Бля, это, кстати, охуенно. Бля, Марк, давай один на один монополию на 1000 рублей. Давай один на один шпиона и пойдем. Сука. Бля, это жестко. Да блядь! Слышь, будем делать искренние эмоции, что не понимаю, кто шпион. Бля, мы, кстати, думали так с друзьями ебашить. Мы с друзьями втроем хуяли в шпиона. Мы там ебать ссорились, блядь. А как в мафию играть? Одна мафия, два мирных жителя. И все наши сколько... доводы были. Бля, да отвечай, я не могу. Ты чё, блин, да поверь мне, пожалуйста. Сколько? 385. Чё 385? Бля, стоп. А если CSGO запретят, надо инвентарь вывести нахуй, будет куда-то. Не, не запретят никак. Ща буду. Марк, давай этот монополий один на один на 1000 рублей. Ну запретят, пойдём в Warface, блядь, что? Короче, я хуйню. Да ебать, когда я уже попаду нахуй? Я тоже хочу пиздец.
Ну, блядь! Бля, ебать, интересная игра. Да, блядь. Ну, когда назад, это охуенно, наоборот. У тебя шанс второй, типа, выкинуть, блядь, маленькую. Вот. Найс. Стреляй. Сосал плохие, нахуй. Поздравляю, скиллс. Где-то выиграл, блядь, в рандомной хуйне. Поздравляю. Спасибо. Можешь изобразить данную гримассу. Изи, изи, блядь! Ой, блядь. У тебя прическа со значком Мазды. У меня тоже, блядь. Блин, вот честно, вот неужели вам... Вот чат, я же знаю, вот какие вы на самом деле. Какие вы искренние. Неужели вам реально нравится издеваться надо мной? Ну вот для чего? Для чего? А если вы тут сидели? Вот, блядь, вот те, кто пишет, а вот если бы вы сидели сейчас на моем месте? Вот если бы вам бы было приятно все это? Я бы офнул на твоем месте просто. Это сердечко. Это сердечко.